Завтра, друзья, мы идем через Панамский канал. А сегодня мы весь день в плавании. И вот 9:30 утра, представьте себе, полный зал народу, которые пришли на лекции о том, что вообще из себя представляет Панама, история страны. Сам доктор наук какой-то рассказывать будет. И вот как, начиная с первых, так сказать, дней 16 века, когда пришли испанские колонизаторы, и вот до сегодняшних дней вот такая лекция. Все пошли послушать. This is an artist in our collection. His name is Alexander. Listen to me, Alexander Chen. Charles Lee. He's thank you, Mark. Charles Lee. He's also from South Korea originally, but it's an artist that is incredibly talented. He paints both classically and in a modern inspiration. So. Да, это менее понятная вещь. Приятно знать, друзья, что мы не одни в бескрайнем океане, который на самом деле действительно вот почти все наше путешествие очень такой тихий, спокойный, влажно в воздухе, очень тепло. Завтра мы с утречка заходим в Панамский канал. А сегодня просто класс. Погулять можно, видите, люди гуляют, а некоторые просто на таких вот шезлонгах разложились тут. И каждый день играет несколько часов трио из Будапешта. Называются они трио «Империал». Да, друзья, сегодня очередной раз у нас такой как бы вечерний, что ли, наряд. Мы идем на ужин, и все должны быть нарядными. И как бы общая концепция этого в том, чтобы всем было приятно на глаз. Хотя весь корабль уже, знаете, так покрыт всякими такими местами, где люди фотографируются. И в этом есть некоторая коммерческая такая составляющая. Люди, когда нарядные, им, видимо, нужно сфотографироваться. Во всяком случае, вот похоже на то.